Куба. Всем здорово, с вами как всегда ваш дорогой браток, и мы с тобой продолжаем играть хоррор-новеллу «Зайчик». Всем я желаю приятного просмотра, приятного аппетита. Не забудь поставить свой жирненький царский лайк, а также подписаться на канал, если ты здесь впервые. Друзья, мы продолжаем играть, это просто шикарная игрушка, от которой столько мурашек я получаю. В общем, ребят, остановились мы на том, что мы заполнили анкетку Полины, вот, так сказать, опрос, вот, и написали, что она вроде как наша лучшая подруга. Но я же вижу, блин, что Антоха все-таки уже как бы влюбляется в Полину. Хотя, кстати, ветка Алисы, если что, друзья, идет. И я думаю, если бы мы по ветке Полины бы пошли, тут бы уже, наверное, там капец, что... Может, даже первый поцелуй, понимаешь, дружище? В общем, остановились... О, ты тебе улыбишься. Вот это... Я сживал улыбку и покраснел, как рак. Анекдот вспомнил. Бяша топтался в центре двора. Ботинки нетерпеливо елозили по льду. Ну, делись, так, Дана. Я прошерстил память и выдал первый попавшийся анекдот, услышанный утром в столовой. Щей вышел на крыльцо почесать себе сундук, зайца, утку и яйцо. Нет, Петросян. Ну, идем на. Жесть, ладно, забудем этот анекдот, ребята. И не дожидаясь, он последовал к углу школы. Я неуверенно двинулся за ним. Идем, идем на. Так, что-то у нас готовится опять очередное дельце, я так понимаю, Bad Company, все дела. Мы теперь в одной связке и действуем заодно. Вот это мы попали, ребятки. Помощь твоя нужна в кое-каком дельце. Так, что ж за дельце такое? Я почувствовал холодок за пазухой. Больно не понравилось слово «дельце». За этим словом, произнесенным вот так, через плевок обычно скрывались разные темные штуки. Так говорили незнакомцы, звоня нам в старую квартиру по телефону. «Бать, позови, дельце есть!» Бяша обернулся. В облегающем капюшоне он был похож на космонавта. Если бы он был бы звуком, то, скорее всего, пронзительным свистом, сигналом того, кто сторожит на шухере. От мысли, что меня сейчас втянут во что-то преступное, ноги предательски затряслись. Опа! Ух, фига себе! Череда образов проскочила перед глазами. Строгий Тихонов захлопывает дверь камеры. Отец гневно бьет по тюремным прутьям, а мама и Оля тихо плачут рядом. На заднем дворе, как назло, никого не было. Никого, кроме мрачного Ромки. Ух, ни хрена себе эффект какой, ребята. И он что-то вообще злой. Ребят, мне кажется, это от фотоаппарата, от фотика. Такая фигня. Сейчас, походу, у нас будет... нас гоп... Гоп, стоп! Мы подошли из-за угла. Гоп, стоп! Так, он стоял, широко раздвинув ноги. Правая рука была спрятана за спину. Да вроде в карман... Наверняка там нож, стальная бабочка смерти, летающая на стук сердца. Ромка плотно сжал сухие губы, стреляя взглядом то в меня, то по сторонам. Бабочка, ну, я, кстати, у меня был нож, ну, как бы, который разрешен, скажем так. То есть там маленькое лезвие, там сколько-то уже сантиметров лезвия вот этого не разрешается, не помню сколько. В общем, такая маленькая была фигня у меня. Я крутил, ну ты крутил, порезал палец. Так что аккуратнее, ребят, лучше не крутить. Там есть, конечно, одна сторона, в общем, безопасная, а вторая вот как раз... Что происходит? Ромка будто прочел и озвучил что мои происходит? Мысли. Что происходит? Реально, что происходит-то? Ничего, проветриваемся на. Голос Беши был противным, насмешливым. Проветривайся в другом месте. А мне и здесь нормально. Да, куколка? Чё? Куколка, это он мне? От изумления я не мог выдавить из себя ни звука. Только таращился на весь этот цирк, разыгрываемый моими неоднозначными товарищами. Видишь? Ты её напугал! А тебе какая забота, говнюк? Вали пока целно! Чё вообще происходит? Я ничего не понимаю. Я переваривал услышанное. Бяша назвал Рому говнюком, он свихнулся. Не обращая внимания на мой робкий протест, Бяша шагнул к Ромке, замахнулся как-то чудно и комично. Не вынимая правой руки, Рома свободной кистью заблокировал удар.
Актеры в индийских фильмах, которые любит мама, и то дрались убедительней. Дэша заскулил, хоть я и не видел, чтобы Рома стукнул его. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй, больно как! У меня сотрясение мозга! Что происходит, пацаны? Рома пнул куда-то в коленку, Бяша припал на четвереньки, охая-яхая. Я смотрел, не моргая, как приближается Ромка. Локоть его подергивалась, рука выползала из-за спины, я врос в асфальт. Сейчас заблестит лезвие, вот сейчас. Ромка резко выкинул руку, и я щелкнул зубами от испуга. Чё за хрень, блин, происходит в этой жизни? Ребятки, вы чё? Букет подснежников, не пойми откуда взявшийся в такой мороз, качнулся у моего лица. Это что, позволь цветы? Позволь проводить тебя, а то, сама знаешь, шастают тут всякие маньяки. Ну, Атёна, бедным маньякам уже и посасывать нельзя. Бедным маньякам уже и посасывать нельзя. Хреновый у тебя маньяк, Бяшка. Даже Тоха не повелся. А она нас в два счета раскусит. Наконец-то ко мне вернулся дар речи. Кто она? Что тут творится? Рома хмыкнул, сдувая с цветов снежинки. А, это все сценка ради Полины, что ли, или что? Маленькая репетиция, братан. Хотели на твою реакцию посмотреть. Беша встал, отряхиваясь. Да Рома в стеку одно втерился. Вон откуда-то цветы нарыл на... Пасть заткни! Катюха бы ему подошла бы. Вообще бы шикарно! Я так, планируем подкатить слегка. Разыграть представление, а то она неприступная, мать ее за ногу. Типа гуляет девочка себе, а к ней докапывается такое вот говно. Беша обиженно заворчал. Да, говно! Ну и я такой ее раз и спасаю. Но чё-то Беш совсем бездарный актер. Давай-ка ты маньяком будешь. Да вы чё, пацаны, блин? Ну а чё? Как по телеку показывали, маньяки вообще всегда тихие, скромные люди. Вот прям как ты. Так в смысле, а как бы меня позорят? Вы что, пацаны, а моя... Все в школе думают, что именно ты бабурину кокнул. Давай, соглашайся, Тох. От сердца отлегло. Никакого криминала, обычный театр, еще и ради девочки. Что делать-то надо? Ты же видел бешеное кривление? Тип, идешь ко мне, борзый такой, можешь разок в печень заехать, а я тебя тип херак и в сугроб. Ну, давайте попробуем. Рома оживился. Бяша, меняешь пол, ты теперь тёлочка. Бяша зашеркнул по двору. Я тёлочка красивая, тёлочка, я гуляю, ла-ла-ла. Тоха, действуй. Это просто жесть. Ну, слушайте, он опять спрятал руку и смотрел сурово. Актёрство у на 5 баллов. Мама моя, рискни. Хра-к! Тош, ты... Ни хрена ты красава-то. Я рискнул, махнул в сторону друга, костяшки кулака лишь скользнули по кожаной куртке, как Ромка внезапно упал. Не от шутливого точка, конечно, а подскользнулся на льду, хлюпнулся всем весом, так и не убрав руку из-под тела. Лепестки примятых бутонов остались на снегу, я кинулся на помощь. Чё? Ой, бля! Да погоди ты, не дергай! Не сломал? Жесть! Ушиб вроде. Лед приложить нужно на. Тебя, мудака, приложить нужно. Об стенку башкой. Ромка встал, уже посмеиваясь, собрал цветы. Да, если я так при подруге навернусь, можно будет про нее забыть. Давай еще раз отрепетируем. Рома мотнул голову. Как рука пройдет. Не хочу опозориться перед первой скрипкой школы. Да ладно! Я осекся на полуслове. В голове щелкнул рубильник, и все встало на свои места. Я вспомнил беглые взоры, которые Ромка посылал Полине. Вспомнил его
каракули в анкете, и почему я не досужился как следует изучить их? Меня будто молотом огрели, вколотили в землю. Полина, вот главный герой спектакля с режиссированной рамкой, а мне в нем досталась роль третьего лишнего. Я рассеянно брякнул. Жесть. Ну, вот это да я не, понимаю, ну. Понимаю, команда Вольтрона. Да не, ну не, не, это же ветка Алисы. Один типа нормально. За всех? А что же тогда будет ветка за Полиной? И все на одного! Захлопни! Если вдруг тебе понадобится помощь, Антоха, можешь рассчитывать на меня. Ух, пацаны, ну вы вообще братишечки, а? Вот это я понимаю, вечером а? Вечером мы к тебе заглянем. Блин, дельца опять, что ли? Чешу. Да. Во рту стоял привкус гадкой воды, которую я запил лекарство. Все мысли занимала только Полина. И тот спектакль, где Ромка уготовил мне роль злодея. Да, я сегодня книжку читала. Да. Там ребята учились в школе. Прямо как ты ходишь в школу, и они в школу ходили. Да. Вот. И у них был какой-то праздник, и они там поделки лепили и делали все своими руками. Нужно было сначала принести природные материалы, листики всякие там, потом еще шишки. И потом они все это разбирали и клеили на бумагу. И друг другу дарили, открытки делали там всякие, и ящики, в которые потом подарки нужно было класть. И так все красиво было. А одна девочка еще даже из дома принесла елочные игрушки. Ну, старые игрушки, которые уже никому не нужны были. Они их аккуратненько молоточком разбили, а блюдечки с них посыпались. И эти блюдечки выпали. В общем, я сегодня книжку читала. Там ребята учились в школе. Прямо все, все. Я бродил по дому, будто пьяный, поддакивая сестре, толком не разбирая. Оля же толдычила без перебоя, то и дело вскидывая руки и смеясь, как вдруг так же резко смолкла и уставилась на меня. Меня буквально выдернуло из темницы разума, где клокочущие мысли, подобно гарпиям, обрушивались на мой искусанный мозг, не давая вернуться в реальность. Я уставился на сестру, сейчас она была миниатюрной копией мамы. Точнее, тем, в кого она превратилась с момента переезда сюда, с ее грозной позой в виде заглавной буквы «Ф» и вздернутыми к потолку бровями. Ни хрена себе, ты чё такая дерзкая? Она обрызнула ядом в мою сторону, копируя мимику и интонацию чуть ли не единственного человека, с кем проводила все свободное время. На мгновение мне показалось, что свет, излучаемый Олей, все эти годы стал слабее и опасно затрепыхался на ветру, затянувшись переменами. Еще немного, и моя прекрасная принцесса станет драконом, который сложил ее в своей башне. А это пугало сильнее подкрадывающихся ко мне ужасов Оля, из будущего. Прости. Ты же не сердишься, правда? Я просто задумался. Взгляд заметался по комнате, как загнанный в ловушку зверь, перескакивая с одного предмета на другой, селяясь найти хотя бы что-нибудь, что могло отвлечь Олю. А давай в приставку поиграем. Оля нахохлилась, однако искорка интереса вспыхнула в ее изумрудных глазках. И ледяной осколок, занесенный снежной королевой, начал потихоньку оттаивать. А как же второй джойстик? Не работает же. А папе починить некогда. Можем из пистолета пострелять. В ковбоев или уток, хочешь? Ты лучше меня играешь. Да ладно тебе. Пади целый день тренировалась, пока меня дома не было. Оля прыснула со смеха, ледяное сердце окончательно растаяло. А как ты догадался? Я сейчас, знаешь, какая меткая. Считай, уже проиграл. Не на того напала. Включай скорее. Блин, ребят. Так, ну ладно, настроение улучшается, как говорится, ребятки. Это хорошо, это хорошо. Малютка подскочила к телевизору и, щелкнув питанием, начала вслепую шарить по задней стенке фотоны, явно пытаясь воткнуть кабель от приставки в гнездо антенны. Отрывки с телепередачи маячили на ламповом экране, пока Оля... Фига себе, тут один дома, где ловила заветная Дэнди. Что дома интересного происходит? Вопрос был обывательским, я даже не задумывался над его значением. Однако Оля внезапно изменилась в лице и растерянная обретенной дорогой ценой детской невозмутимости. Ой, что-то случилось? Сестренка вставила кабель на место и, вытащив испачканную ручонку, стала неуклюже отряхивать пыль. Она явно искала в себе силы, чтобы начать разговор. О, господи, она замолчала, и на секунду показалось, что у нее на глазах выступили слезы. Опять был этот страшный. Господи, шо? Сова или дядя милиционер?
а Оля взглянула на меня мокрыми глазенками, блюдцами. Приступ. Приступ? Такое случалось и раньше, но довольно редко, когда мы перебрались в этом богом забытый край, мамины приступы пугающе участились. Папа принес большую рыбу. Она в газету была завернута и пахла так. А мама опять начала злиться. Потом взяла нож. И шо там? Оля поежилась с опаской, выглянув в окно. Я замер, представляя, как сестренка, такая маленькая и незаметная, стояла посреди кухонного проема. Она даже не пыталась спрятаться, родители попросту ее не замечали. Оля едва дернула кулачком сверху вниз, имитируя удар. Жесть. Мне было легко представить, что было дальше. Извивающая рыба с воткнутым жабром клинком брызнула слизью. Если смерть приближается так близко к маме, как тот день, когда при нас человека сбила автобусом и кровь размазалась по лавовому стеклу, или когда бабушка отрубила голову... Да господи, ну что тут, блин, я... Да господи, ни хрена себе! Ее глаза закатывались, она падала невзначай, как... Навзничь, точнее, как спиленное дерево, извиваясь, как та самая бившаяся в агонии рыба, переворачивая стулья и выплюнув обрывки пугающих фраз. Он ей помог? Это жесть. Оля вздрогнула, как будто бы воспоминания ранили ее. Но вначале он засмеялся тоже. Так страшно, когда увидел, что маме плохо. А потом вдруг заплакал. От услышанного у меня дернулась бровь. Безумие, источаемое лесом и окончательно завладевшейся мамой. Ой, ребята, это что-то вообще жопа какая-то. От эмоций я аж перебросилась и на нашего сильного и храброго отца. Я быстро шагнул навстречу Оле, заключив ее в крепкие объятия. Она уткнулась мордашкой мне в грудь, и я почувствовал, как рубашка сделалась мокрой. Капец. Зачем они так издеваются друг над другом тоже? Они сумасшедшие. О, ну это на превьюшку вообще норм... пойдет. Не находя, как оправдать родительское поведение, я запнулся. Слова иссякли, и все, что я мог, так это покрепче обнять Олю. Ой, ёб твою мать, телекомпания ВИД представляет, ёб твою мать! Я всегда пугался вот этого, вот этой вот... мордашки. ВИД! Оля в ужасе вскрикнула и спряталась за меня. Зачем вообще реально вот этот логотип надо было делать? Сколько бы раз она не видела эту заставку, все время реагировала одинаково, как и при виде совы. Ой, боже, у меня у самого выступали мурашки при появлении этого призрачного лица, поэтому я моментально исполнил пожелание сестры. Играт. А что, ну погнали. Ну-ка. Слушай, давай поиграем. Что, реально будем играть? Наконец на экране появился список многоигровки, идущий в комплекте вместе с приставки. А в приставкой. Так, и шо у нас тут есть? Досадно, что большинство наименований на этом картридже были просто другими уровнями одной и той же игры. Я подобрал серый прямоугольный джойстик и стал выискивать в пиксельном многообразии знакомые английские слова про утиную охоту. Фоновая музыка подействовала на Олю умиротворяюще, она спокойно поинтересовалась. А твои дела в школе? Да вот, завел пару друзей, наверное. Ого, целых двух. Везет. Ну, по факту, да, братаны нормальные. Ты, говоришь, лисичку увидела? Ага, ее зовут Алиса. Чего? Мне резко стало не по себе при упоминании новой знакомой. Ты знаешь, она так сказала. Да, когда с мамой мусор ходили выбрасывать. А еще говорила, что спасла тебя. Спасла? Тут же вспомнилась перепалка с хулиганами в лесу, затем таинственный щепоток из чащи, как... улепетывал побитый Семен и как склонялся надо мной, заслоняя луну, рогатый великан. Все это время я будто бы ощущал незримое присутствие Алисы, словно она следила за мной из-за кривых стволов деревьев, застывшей улыбкой на рыжей маске. Что у нас тут? Вид, логотип телекомпании, представляющий керамическую голову древнекитайского философа Го Сяна с трех лапой, жабой на голове, символ ужаса детей России 90-х, реально. Так.
Я вздрогнул, прогоняя наваждение. Еще она что-нибудь говорила? Нет. Мама так быстро вернулась. Я ее хотела с лисичкой познакомить, а та уже убежала. Ты ее не боишься? А почему я должна бояться? А лиса добрая, такая пушистая и красивая. Не то что сова. Я вставил световой пистолет в гнездо от второго джойстика под смешок сестры. Юля первая! Ух, фига себе, плеер один, приготовились. А я буду сейчас реально стрелять, или она? Ну-ка. Джем посмеялся. Так, ладно, выключить. Не-не-не, мы поиграем, ты шо? Блин, на самом деле надо сестру-то приободрить, наверное. А сколько там надо? Что это я тебе поддалась? Так. Ну давайте, пусть она победит. Пусть она победит, пусть радуется. Я, конечно, не знаю, в комментариях по-любасу там напишут, скажут то, что, ну, дядь, ну не надо, так надо наоборот. Там выигрывать. Ну, фига косарь. А чё косарь-то мне дали? Ставки растут! Ой-ой, продолжить, продолжить. Ха! Кто на новенького? Так, ну всё, 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 всё. А, финальный раунд. Не-не-не, ребят. Финальный. Финалочка. Чё? Чешо? Так быстро-то всё. Нам больше дают! Давай, ладно. Пип-пап, ой-ой-ой, умирает зайчик мой! Получено достижение, братик. Так. Антон? Антон? Ой-ой. Мама докричалась до меня только с третьего раза. Ментально протрезвел, я метнулся в коридор. Не споткнись, смотри. Я схватил трубку, прижал к груди многозначительно глядя на маму. Она лишь пожала плечами и удалилась в комнату, на ходу собирая разбросанные Олей игрушки. Алло? У твоей мамы такой молодой голос. Так, Полина звонит. А, ну да, она сама молодая. Ля, да вы понимаете то, что... Не-не-не, да куда, Полина, куда ты лезешь? Меня потом Ромчик пришьет. Братанов, платьевых не меняю, дядь, ты шо? Нет, шо ты? Знала бы она, как дорого мне может обойтись этот разговор, и чем рискую, просто отвечая на звонок. На тумбочке лежали карандаш и потрепанный блокнот. Я взял их и принялся вводить грифелем по бумаге, рисуя хаотичные завитки, так и норовящие соединиться в дурацкие сердечки. Я прочла твои ответы. А тебе действительно Кармен нравится? Мне, если по правде, русский рок больше нравится. Но я почему-то постеснялся это написать. А хочешь, Антоша, и я честной буду? Так. Конечно. Карандаш вывел женский профиль, глаз, длинные ресницы. Полина сказала полушепотом, наверное, чтобы дедушка не... Ужасно тоскливо. Дома? В поселке. А, так это мы уже знаем, то, что она в городской бы это, в город бы переехала бы. Никогда ничего не происходит. А если происходит, то всякая гадость. И дело даже не в пропавших детях. Здесь музыки мало. Но у тебя же кассеты есть. Я не про записи. Я про... Ну, голос этого места. Он не мелодичный. Все шуршит, как патефонный глаз. Крепит. Воет изредка. Тут неуютно. Тесно очень. Не знаю, как объяснить тебе. Грифель набросал дом, окруженный высокими деревьями. Я тебя понимаю. Моя сестренка говорит, что чувствует себя заточенной в темницу. А, вот и я. Я очень люблю дедушку. И бросить его боюсь. Но порой так хочется убежать. Далеко-далеко.
В лес, подумал я отчужденно, малюя хвойные лапы, убежать в лес, чтобы снежинки падали на шерсть и ветки закрыли от посторонних глаз. Я как-то рисую, будто путешествие. У меня так же со скрипкой. Убегаю по смычку в небо. Я осознал, что рисую нож бабочку, зачеркнул. Воспоминания о Ромке испортили настроение. Сказать и предупредить, что они замысли. Сорвать его план и хмурить Полину. А как же команда Вольтрона? Все-таки они были какими-никакими, но моими приятелями. И кем бы я стал, предав их? Хрена себе, ребятки! Просто фига! Ну, тут на самом деле... Выбор понятен. Тут выбор понятен, и мы выберем Ромку. Потому что я говорю, это путь именно... Ребята, Алисы. Когда будет именно Полина, тогда будем пробовать именно с Полиной. Вот, там уже посмотрим, как будет. А пока что Ромка, да. Да, порой Ромка вел себя ужасно, бывал несправедлив к другим и помыкал слабыми. Но что мне подсказывало, что дружба для Ромки не пустое слово? Разве не о друзьях получен достижение команды Вольтрона? Я мечтал все это время на новом месте. Пускай здесь они и были такие. Такими же чудовищными, как вид на древний лес из моего окна. Я сдвинул очки на лоб, потирая глаза. Поскорей бы уже повзрослеть. Думаешь, будет проще? И давай ответить, раздался дверной звонок. Мой блуждающий взгляд ткнулся в дверь. Это Ромка с Бяшей пришли репетировать, а я должен помочь ему вести девочку, которая мне нравится. Подожди минутку. Сделав пару шагов, я прижался к дверному полотну. Так, горевшая снаружи лампочка озаряла крыльцо, и в замерзшем глазке различались два невысоких темных силуэта. Явились. Подождите, я сейчас! Ну что ж, я поднял трубку. Мне надо бежать. Мне тоже. Спасибо, что выслушал. Гудки завибрировали в ухо. Я опустил трубку на рычаг и покосился на лестницу. Мама, увлеченная сериалом, не заметила трель. Никого не предупредив, я натянул обувь, шапку, а затем выскользнул в темноту. Ветер защипал щеки, я поморгал, привыкая к сумеркам. От леса тянуло холодом и смолистым запахом хвои, а где-то в поле трещал мороз. Впереди у калитки маячили две тени, лишь рост позволял распознать в них моих одноклассников. Я направился к забору, слушая вой ветра в ушах. Одна из фигур шевельнулась и плавно устремлилась в чащобе, будто... Я замедлил шаг и коснулся очков, тщетно стараясь вычленить из мрака хоть какие-то детали. Тревога опустилась на плечи, как невесомая снежинка. В животе закопошилась проснувшая змея. Стало тошно. Я подумал о доме, о хлипкой крепости позади. Мама и Оля сидят в теплоте перед телевизором на втором этаже и непринужденно следят за похождением героев Санта-Барбары. Мне совсем не хотелось участвовать в Ромкиных постановках. И еще сильнее не хотелось идти туда, где на зимнем ветру колыхалась раздвоенная тень. Что да, Триална? Мы тут замерзли совсем. Голос Бяши буквально дрожал, а нетерпеливый Ромка пускал клубы пара у темных сосен. Такой влюбленный и задумчивый. Шевелись! Да иду, иду. В общем, ребят, на этом мы пока что закончим. Вот. Я так понимаю, следующая серия уже финал, потому что по времени, ну... По времени вроде как должно уже все заканчиваться, я так понимаю. Но следующая серия еще мы кое-что переиграем, потому что вы полюбасу мне там напишите, как лучше на лучшую концовку выйти. Вот сейчас у нас не самое лучшее, потому что ты помнишь, мы глянули в папку с пропавшим Семеном, и как бы с первого раза не получилось. Поэтому такая проблемка. Надо с первого раза, когда он отвернется, милиционер, оп, и еще вроде как фоторобот составить. То есть понимаешь, да? Вот, мне там написали. Так что это я обязательно в следующей серии покажу вам. А на этом все. Спасибо вам за просмотр. Бай-бай, дорогие братишки.